Всем привет, дорогие зрители! Приехал я к люксовому проекту в районе Махмутла, который расположен на расстоянии от моря 1500 метров. Этот люкс-проект будет сдан к концу вот этого года, 2021 года, в декабре, как мне обещали. Тут вот, здесь открытая парковка, снизу у нас вся инфраструктура, люксовый проект. Тут осталось мало квартир на продаже. Двухкомнатная квартира на верхних этажах начинается от 82 500 евро. На 10 этаже квартиры 1 плюс 1 99 500 евро. А дуплексы пентхауса 3 плюс 1 от 247 500 евро. Здесь у нас лобби. На нижнем этаже у нас вся инфраструктура. Все фотки 3D я поставлю в конец ролика, можете все посмотреть в конце этого ролика. Подождем лифт. Дорогие зрители, лифт очень просторный. Они его кордонами закрыли, чтобы не испортить лифт. В проекте два лифта. Вот такой интересный проект. Очень красивый, качественный. Кого заинтересует, прайс-лист отправлю в WhatsApp, Telegram, Viber по номеру плюс 90-555-064-91-10. Здесь у нас... Хочу просто вид показать вам с квартиры, примерить, как все выглядит. Вот такие двери. Вот спальня. Это, мне кажется, что 2 плюс 1. Да, это 2 плюс 1 квартира. Здесь у нас хозяйская санузел, спальня. Вот вид с этой квартиры. Крепость Алания видна, море. Шалом. Это 10 этаж, проект 12-этажный. Здесь у нас еще один санузел. Вот так выглядит у нас трехкомнатная квартира. И выйдем на балкон. Такой вид с этого балкона. Кому интересно, я вам покажу в прайс-листах, какая квартира, какой вид лучше, но цены повыше у тех квартир, где вид получше. Так, выйдем. Здесь у нас трехкомнатная, здесь, думаю, что двухкомнатная. Вот так выглядит двухкомнатная квартира, 1 плюс 1. Такой вот санузел, здесь спальня, где-то 11 квадратных метров. Вот встроенный шкаф, не нужно покупать. Вид у нас в сторону Каркаджака и на море. И здесь у нас кухня, совмещенная с гостиной. Мойка гранитная. Это очень важно для дам. Так, ламинат уже установлен по всей квартире. Просторная. Я думаю, что в этой квартире есть где-то 60 квадратных метров. Брутто жилая площадь 53 квадратных метров минимум, с балконом вместе. Вот так вот, полукруглый балкон. Вот вид с этой квартиры. Так,
Кому будет интересно, я могу даже онлайн снять видеоролик или по WhatsApp скинуть всю информацию. Вам только надо выбрать квартиру, прайс-листе. Остальным я сам вам помогу. Так, я хотел бы дуплекс-квартиру найти, но дуплекса что-то нету. Надо подняться этажом выше. Так, здесь уже свет включили. Это тоже двухкомнатная квартира. Поднимусь я на верхний этаж. Дорогие зрители, в этом проекте есть двухуровневая двухкомнатная квартира. Она подороже, кажется, 110 тысяч евро. Я не увидел в прайс-листе. Скину, если будет интересно. Вот такой просторный салон, совмещенный с кухней. Здесь балкон, вот. Очень просторный. Кухня почти отдельно. И поднимемся на верхний этаж. Двухуровневая, двухкомнатная квартира. Интересно. Здесь санузел верхнего этажа. С той стороны уник. Здесь будет встроенный шкаф. И вот такая просторная гостиная верхнего этажа. Или спальня. Не знаю. Надо подождать, когда закончат строить. Так. Всю подробную информацию я разузнаю и скину для вас. Сейчас я сниму 3 плюс 1. Здесь, кажется, 3 плюс 1. Не могу войти. Кое-как. Идет ремонт полный. Здесь вот гостиная. И в этой стороне у нас кухня. Вот отдельно от этой комнаты. Вид на крепость Алании и на все море. Вид этот никогда не закроется, даже если что-то там построят. И у нас еще комната тут. Стараюсь пройтись. Вот еще одна. Вот это спальня. Тут, кажется, французский балкон. Блоки кондиционеров выходят вот в эту сторону. Здесь санузел. Поднимемся наверх. Здесь вторая спальня просторная. Это хозяйская спальня, пока здесь есть санузел, тоже просторный, не маленький. Высота потолка 270 сантиметров. Здесь у нас балкон, терраса такая мини открытая. Еще вот дополнительная спальня. 3 плюс 1. И, кстати, тут тоже санузел. Вот. Тоже просторный. На каждом этаже есть санузел. Внизу один. И тут две санузла. Балкончик. Терраса. Ну, здесь балкончик, потому что закрыто. Сверху. Крепость Алании. По вечерам там вообще закаты, красота. Как отснимем, чтобы не попадал свет.
Дорогие зрители, если вас заинтересовал этот проект, то обращайтесь, я вам скину всю информацию. Все фотки и ролик будет в конце вот этого ролика. Не закрывайте. Прайс-лист тоже я постараюсь вставить ролик или же отправлю прямо вам в WhatsApp, Telegram или Viber. Все, с вами был Агасий, Солнечный район, Махмутлар. Всем пока-пока.